Вот затапливаю мост в своем вездеходе. Вот мост уже, хвостовик скрылся. Все сказочно вообще. Вода льется. О. Лодка сухая. Посередине. А потом уже вверх уже дело другое. Вот мой вездеход. Вода. Сейчас придется дырку просверлить и воду сушить. Заодно будет сверная пробка. Посмотрю, где самая нижняя точка. Мост скрывается под водой. Почти же уже скрылся. Примерно как-то вот так. Вот мой вездеход. И сварщик. Ну, примерно как-то вот так. Это будет что это? В Рязани это будет первый суперпроект. Назову его Борки. Ждем следующего видео.